О, Калавера. Окей, Бума. А как флейва переводится? Ароматный. Что? Как флейва переводится? Ароматный? Флейва — это аромат, либо... Вообще это вроде вкус, потому что говорят, типа, чипсов там вкус, или еще чего-нибудь, это флейвор. А в физике элементарных частиц есть понятие аромат, как-то. Я ну флейвор, блядь, переводится. Я не понимаю, нахуй, это типа чипсы с ароматом, что ли, получается? И вообще это странно, потому что аромат, ну как аромат? Вкус парфюма это фрагранс. Ну не флейвор. Пусть и флейвор, мои флейвор. Древнеанглийский это тупо американский. Чё? Нихуя себе! Американцы же тупые, блядь. Ты бы мог раздефьюзять! А вы чё? Раздефьюзять. Кроме тех, что идут за тобой прямо сейчас. Страшнее, чем Леди Димитрес. Чё страшнее? Ты их не слышал, что ли? Нет. Ты понял. Понял. Вот так, нахуй. Вот мы видим... Ты видишь, да? Табак? Это кошка. Вас побать с пола второй кошки. А зачем ты такого унизил, жёстко? А чё нет? Kick me out, go to a walk. Я вообще помню. Мы же и без него справимся, чё. Да я знаю, слиться не проблема. Просто ради приличия. Ради приличия. Давайте каждую капку ради приличия кикнуть. Лучше не играть, чем играть с нами. Это да. А, это чё, Б? Ой, прости. Думал, что мы забрали. Слава, не иди, там смерч. Там смерч. Бан инкаунтинг. Стоя не получил. На, ой. Я с Агами хайфку. Нет, сюда не убили. Да-да, спасибо Славу за инфу. Я испортил жизнь Данилу. Диз на коннектор. Проходи за мной. Был. Ничего страшного. Давай, может, этот эйс я не украду уже, так и быть. Ну так изи, блядь. А я с Саньком пиздел, я ебанько сейчас. Слушай внимательно, Данил. Для верующие друзья, это вообще очень приятно. Ну по тебе видно, что ты с прибабах. Ебанько. Данил, потом сейчас. Алло, хорош. Данил, потом сейчас. Влад, для тебя инфа. Данил, потом сейчас. Ну хорош, перестань. Ну что ты мне рассказываешь? Big Bad Tape. А этого тоже. Блять, и к чему я это? К тому, что... Короче, скучно. И все такое, общается с вами. Блять, ну, кстати, с вами. Данил, молчи. Просто в шоке. Данил, теперь можно говорить. Есть пансексуал. Ну или, блять, бисексуал. Что он вообще, блять, гей. То, чтобы вообще, он скорее тянется. А церковь? Воскрес. Христосили. Серебро 3, еее, мое звание истинное. Алло, алло, меня слышно? Алло, алло, я тебе наврал, нах, ниф-ниф, наф-наф. Мир Глек. И я тебе наврал, нах. Олегу уебал, ты когда-то Олегу уебал? Канай его? Пал? Канай тебя пиздил? И все, типа, у меня есть план. У тебя есть план только потому, что тебе его подкинули. Весомо. Весомо. Какие еще прикольные части? 150 дринов, мой момент, блядь. Вовремя флешка. Да ты что? А куда все пули? Почему так легко, блядь? А куда все пули? Бля, у меня первый опыт такой, пацаны, я никогда раньше не знал. Можете поздравить меня с исключением моего. Ты это знаешь? А я еще так подсел, очень далеко-далеко от бомбы. Ну, они меня даже не очень далеко-далеко. Далеко-далеко. Мне кажется, даже противник тебя видел, куда ты присел, но он почему-то в другое место стал стрелять. Угроза сзади. Твою задницу, устрани ее. Ну, я был готов на полшишечки. Вот, random sometimes.
Да, я типа сам как бы не понял, я как бы напишу или... Ну, пишу там Вопрос, кто ты, короче, что ты имеешь в виду? Я ненормальный. Я нахуй это играю, нахуй это вообще не играю. Я хуесос. Просто, знаешь, агрессия, потому что я там еще хуй. Эй, всех в прыжке уделал. Я раньше такой думал. Я хочу канапе. Да нахуй, нахуй, если я взял. Ты видел? Или кто-то читер после этого? Он... Ты откуда, блядь? Один раунд остался. Я вошел в оффлейм. Он охуел этот леджент в геймере? Мне кажется, Данила херел. Ты далеко уходить. Я сейчас ночевать буду. Удаляй. Я верю, что ты удалишь. Сука. Я поссать хотел, ну ладно. Я прокашлять хотел. Сука, блядь, я думаю, хуй тяпкается. Thinking this bitch. Fucking gamer. А, да. Я хуесос. Нихуя. Ты понял, да, что он прочекал? Пидорас его кончил, хуесос, уебки, ебаный, пидорасы, суки, уебки, злые хуесосы. Да я прочекал. Ну ладно. Я же на полном ходу. Вёлся даже, КВ-2. Блядь. Я упал. Сейчас тоже так же. А, ну да. Вот тусовка фактов. Ну блин, чем банан это бурсает вообще? Я вот пробовал банан писать, вообще не прямо. Блять, что? Я выхожу из паласов, а там, знаете, вот эти вот провода от диффузов. Угу. Они уходят на мид через стену. 21:8 нормально? Что? Как? Это не я. Да не трогай меня, руку, которой я целюсь. Нельзя. Нельзя. Я пробовал, не получается. Понял. Реально мне нахуй бунт. 29:9. Чего? Все нормально? Самое главное, мне по голове его пали. Это, блядь, мерзко.